Рядом со мной Елизавета Токтамышева. Лиз, вчера ты была такой грустной, сегодня наконец-то улыбаешься. Ну, судя по всему, все хорошо? Ну, прокат, я считаю, не самым шикарным, но неплохим. Собралась, пыталась сделать все, что могу, но были погрешности, но я довольна, в принципе, своим прокатом. А что у тебя за образ? Испания, испанская девушка. Тебе близко это? Да, я вообще очень... Нравится мне моя эта программа, я катаю ее уже второй год, и я бы катала ее вообще всю жизнь, наверное. Это настолько вот мое, я так вжилась в образ, что неохота даже менять программу. Хорошо, спасибо тебе.